Немного сложновато, но мы будем стараться это делать. Мы будем, кто был на моих прошлых мастер-классах, это оттуда, мы будем делать комплименты каждому нашему органу. Старайтесь это делать искренне, как вы можете. Вот залюбите эти органы по клеточкам вот максимально. Вы сейчас, да, вот в таких вот, вот таких энергиях хороших. Если вы чувствуете, что вам не хватает, то мы с Таней будем на каждого пускать такой серебряный поток, серебряно-золотистый. И старайтесь вот таким серебряно-золотистым потоком вот в каждый орган, там я буду говорить, что делать, там в ногу, в руку, вот сюда, чтобы в конце мы стояли вот такие серебряно-золотые люди. Вот и при этом, при всем чувствовать, боже мой, как я от себя кайфую. Я буду говорить, что делать, а вы закрывайте глаза, не будем смотреть на других людей. Мы-то кайфуем-то от себя, правильно? И мы постепенно, ну, от других мы уже покайфовали. Да, мало. Мало? Так, а теперь мы успокаиваемся и начинаем гладить наши лодыжки так, закрытыми глазами, наполняя их, и наши ножки, наши пальчики, наполняя их серебряно-золотым потоком. Скажите комплименты про себя. Они носят вас. Если бы не они, не эти шикарные ножки, эти восхитительные пальчики, куда мы без ног? Наполняйте серебряным потоком каждый пальчик. Вы гладите и наполняете. Наполняйте серебряно-золотым потоком свои икры, каждую мышцу, каждую веночку. Представьте, что ваши ножки уже стали серебряно-золотыми. Скажите комплимент своим икрам. Погладьте свои коленочки. Коленочки. Какие они шикарные. Колени – это наша гибкость. Погладьте их. Почувствуйте, вот, как каждую клеточку вашего тела заполняет вот эта энергия удовольствия и кайфушек от себя. Как-то, блин, я классный, и все. Скажите комплимент своим коленкам. Поднимитесь чуть выше, погладьте себя по бедрам. Какие шикарные бедрышки. Пошлите им этот золотисто-серебряный поток. Покайфуйте от своих бедер. Погладьте их так, как бы вам бы хотелось, чтобы вас погладил ваш любимый человек. Да, девочки, да, вот так. Погладьте себя так, как будто самый любимый. Да, вот именно так. Только это делаете вы сами. Как может другой человек подарить вам удовольствие, если мы сами не научились, а мучимся? Вот погладьте себя так, как будто бы вот вы у себя самый любимый. Сделайте комплимент своим бедрам.
погладьте себя по попе, по ягодицам. Погладьте себя по ягодицам так, как будто бы вас гладит самый любимый, самый великолепный, самый родной человек. Сделайте комплимент своему любимому. А теперь погладьте себя по животу. Мягенькому такому. Такому прекрасному животику. Ой, какой хороший животик. Улыбнитесь теперь животом. Не открывая глаз, поулыбайтесь животом. Делайте комплимент своему животику. Такому мягкому, такому прекрасному. Покайфуйте от этого прекрасного живота. Теперь поднимитесь выше, погладьте себя по груди. Джей, мужчина, какая прекрасная. Боже. Погладьте себя, как будто бы вас гладит вот самый вот невозможно возбуждающий партнер. Вот так, как бы вам бы самому бы хотелось погладить себя, погладить. Сделайте комплимент своей груди. Теперь улыбнитесь своей груди. Как бы вы выглядели внутренним грудным высотой? Молодцы. Теперь погладьте себя по плечам и по рукам. О, какие руки. Поднимите, как мягкие. Как нежные. Как будто самый любимый погладьте себя по шее. Медленно переходите на голову, голос, лицо. Погладьте себя так, вот как вот самого-самого, самого распрекрасного. Как будто вас гладит самый любимый человек. Скажите комплимент своему лицу. Такое оно прекрасное. Оно уникальное. Какое оно красивое. Какая у вас улыбка. А глаза. А теперь обнимите себя. Не открывая глаз, обнимите себя. Как вот самого единственного, неповторимого. Покайфуйте от этого. Покайфуйте от себя. Скажите себе комплимент. А теперь внутренне улыбнитесь. И всю эту улыбку растяните по всему телу. Пусть улыбаются ваши ноги. Пусть улыбаются ваши колени. Ваши бедра. Ваши ягодицы улыбаются. Руки улыбаются, лицо улыбается, голова, плечи, вы все одна сплошная улыбка. Покайфуйте. Попросите у себя прощения.
мысленно попросите прощения у себя, что, может, вы где-то недолюбили себя, недокайфовали. Попросите у себя прощения. Искренне от всего сердца. А потом простите себя. С выдохом отпуская эту обиду на самого себя. Фу. И еще раз. Фу. Отпустили все обиды. Фу. Молодцы. Умнички. Приходим в себя. Хорошо. И теперь мы станем в круг, обнимемся. И мою самую любимую мантру, которую я вела на этой сказке, мы скажем, что мы разрешаем. Что мы разрешаем? Мы разрешаем получать себе удовольствие. Давайте все вместе. Я разрешаю получать себе удовольствие! А еще разрешить можно? Давай, еще раз. Я разрешаю получать себе удовольствие! А теперь давайте крикнем, что я классный. Потому что реально классный. Давайте каждый крикнет, что я классный. Я классный! Давайте крикнем, что мы вообще молодцы. Крикнем, я молодец. Я молодец! Практики, я беру обещание с каждого, кто у меня присутствовал, что он побаловал себя. Вы такие молодцы. Вы, да, вы уже не первый раз, вам все сложнее, но надо баловать себя. Вы молодцы, чтобы получать удовольствие, чтобы закрепить этот результат. Вы пришли, вы доверились мне, я доверилась вам. Вы прошли практику, вы старались, вы как могли, вы все старались, мы старались вместе с вами. Чтобы закрепить результат, нужно себя чем-то побаловать. Подумайте, чем вы можете себя побаловать? Может быть, массажиком? Можно себя побаловать прямо сейчас? Можно прямо сейчас. Может, массажиком. Может, конфетку купить себе какую-то. Может, пойти на море искупаться. Но прямо сейчас создайте это намерение, что я себя побалую. И вот пообещайте мне и себе, что вы в течение суток реально это сделаете. Вот побалуйте себя. Вот прямо сейчас все и каждый. Олег, ты теперь тоже с нами. Каждый вот внутри пообещал себе и мне, что он действительно побалуется в течение суток. Это будет как закрепление результата. И вот балуя себя вот этим, прокайфуйте, да, проживите этот момент, прочувствуйте, что, боже мой, ну вы прекрасный. И вот эту прекрасную конфету, господи, как все хорошо, как замедленно сказки, солнце, море, люди. Ну что, это разве не повод кайфовать? Вот проживите вот этот вот момент и... Я вас всех благословляю на любовь к себе и на удовольствие от самого себя. Благодарю вам. Публично получить удовольствие. Публично? Да. Ну, если люди не против. Минута времени. Да. Мгновение вкус неповторим. День-то роскошен, то ненастен. Но каждый волен сотворить свой миг, свой мир. И каждый мастер. Да. Это было вступление, теперь второе. А минута не прошла. Не ждите чуда, чудите сами. Творите праздник под небесами. Танцуйте, смейтесь, благодарите. Глазами духа на все смотрите. Мы растеряли свою безбрежность. Единство, мудрость, золотую нежность. Большое сердце, откройте настежь. Верните небо, любовь и счастье. С такой силой возможно много. Мы хоть и дети, дети Бога. Не ждите чуда, чудите сами. Да будет радость подниматься. Браво! Следующий мой мастер-класс будет диагностика сердечного цикла.